чтобы вам как-то вот не пусто было, да, без них, как-то не заскучали. Мы, когда готовились к свадьбе, готовились мы очень долго. Искали несколько месяцев, и все-таки мы нашли этих суперартистов. И собрали из них крутой ансамбль. Ансамбль песни «Встряски». Назвали мы его «Викторов Стайлз». Встречаем бурными аплодисментами лучший ансамбль «Викторов Стайлз». Они идут. Самые крутые артисты. Вот. Сейчас вы их увидите. Поближе вас не видно, когда вы это. Скромно. Все застыли. Здравствуйте, как дела? У меня микрофон не работает. Все у вас работает, потому что мы еще не успели включить. Все застыли. Подождите. Пока все скромно. Ну-ка, Дунь, гоу. Вот видишь, что ли? Все слышно. Все слышно. Итак, сейчас внимание. Внимание все на артистов, потому что это лучшие артисты. Секундочку, рыженький мужчина, пока не выделяемся. Пока как бы А кто тут рыжий? Человек. Покажите мне. Сейчас я вам покажу, кто в этом ансамбле есть, а они вам покажут, на что эти люди способны. Первым свои способности покажет клавишник, пожалуйста, вот он. Клавишник, центр зала. Сейчас он покажет, на что он способен. Поехали. Посмотрите, это самая веселая игра. И вы меня спрашиваете, это лучший клавишник вселенной. Я вам говорю, да, это он и есть. Браво! А все знают группу Рамштайн? Да! Так вот, Рамштайн отменил все гастроли и отправил к нам своего гитариста. Пожалуйста, гитарист, видите, Рамштайн. Нет, это не совсем. Да, вот гитарист, он немножко скромный. Но это точно Рамштайн, вы, наверное, уже заметили, да? Сейчас. Ну давай, духаснишь. Итак, поехали! Сейчас для нас нереальную игру покажет бас-гитарист. Встречаем, поехали! Видите, как нежно, как скромно. Еще может подпрыгнуть тоже прям высоко. Вот, еще раз. Вот. Прыгает, играет. Вот такой у нас бас-гитарист. Сейчас, внимание, романтики в наш вечер добавляет саксофонистка. Поехали. Play that sex. Thank you.
внимание. Когда играет этот артист, деньги в кошельке прибавляются. Все недуги исчезают. Для нас играет целитель-скрипач. Поехали! Давай! Скидываем эту энергию! Браво, браво! Она сейчас сыграет обязательно! Сейчас все внимание, потому что следующий артист – это самый дорогой голос Вселенной. Человека, которого хотели отправить все страны мира на Евровидение 2017, он отказался. Но сегодня, в честь большого события, этот человек будет... Да, его только так представляют. Этот человек будет работать за еду. Рыженький, красивенький наш голосистый солист! Ну и это специально. Пока рыженький солист у нас, да, приходит в норму. Спасибо. Этому человеку мы специально. Спасибо. Это звезда, естественно. Он же солист. Но у нас есть украшение нашего ансамбля. Чучело, да. Сюрприз для жизни. Если берите чучело. Спасибо, спасибо. Не увлекаемся. Человек женатый там. Сейчас ансамбль, естественно, приехал не просто так. Он приехал спеть песню о том, что случилось сегодня в жизни Дениса и Любаши. Каждый играет на своих инструментах. Солист, все работает, все хорошо. Солист, центр зала, пожалуйста. Центр зала. Танцовщица зажигает вокруг зала, да. Все играют на своих инструментах. Песня от всей души. Поехали. Ты меня вызвала замуж. А, это не та песня. В тишине постучалась.